Ну что, доброе утро, друзья. Короче, второй день на Припяти. С утра судак молчит. Вот решили в старике побаловать себя окушками. Клюет фактически на каждом забросе. KTH 2,5 дюйма и 4 грамма G-Creek. Офсетничек, по-моему, двоечка. И вот... Ну и на релакс тоже клевало, я же поймал вчера. О, поклевочка. А вот там мелкий старик, там вообще полметра глубины. Мы чуть зашли в него, потом чуть вышли. Ну вон тот. Но. О, есть. Из-под берега, так неплохой окунь. Да, бывает хороший. Вообще огонь. Он, друзья, хоть пока судак молчит, хоть по окунькам душу отвести. Друзья, на ратлин. На ратлин? Неплохой. Блять, за якорь, наверное, да? Да. Нет. Вот его за багром. Хороший якорь. Ну. Друзья. Strike Pro. Flapjack 40-й. Можешь 60-й попробовать, у тебя же есть беленький. Не, ну если повиснет, то тогда уже. Меркой? Есть. Да? Ну. Вот маленький. Ну. Ну что, на тараньку само то. Ну, это четкая патрубка. Да. Вот так бы всегда он клевал. Ты говоришь, маленькая, маленькая. Маленькая да удаленькая. Ух ты, ё-моё! Вот это просто поклёвка была! Может быть, так давай делать? Наверное. Хороший, хороший. На рака. А ты его тоже хорошо? Угу. Хорошо. Щука. Парочка.
Вот примерно так же у меня и с судаком тогда было. Ты видел эту поклевку? Это просто. Друзья, наконец-таки размочились. Оп. Ну ничего, привезет покрупнее. Ничего страшного, такое бывает. Значит, рыба есть, ловим. Есть рыбка. Есть. А есть еще какой рак? Надо в ведре искать. Вот этот вот. Можешь его попробовать. Ничего себе, что же ты разошелся. Окунь? Угу. Надо столько отмотать, чтобы приехать на Припять, половить окуня. Да закидывай его туда. Это мелковато. Три из трех. Три заброса, три рыбы. Сука, не скучно. А? Не, останем здесь, попробуем. Друзья, решил попробовать такого вот рачка от Рейнс в цвете лох Акс Краун Мини 2-дюймовый. Попробуем его, потому что окунь ловится, но быстро ему надоедает приманка. Нужно что-то менять. То бишь клюет, потом хоп, перестает. Надо приманочку поменять, и все тогда возобновляется. Сейчас попробуем на рачка на такого. Есть. Что это, судак? Щука. Как бы так тебя не травмировать, подружка. Беги. Ого. Угу.
Не монстр, но рыба хорошая. Обрез. Обрез. Может, подсачим? Щука. Щука, я понял. Сколько? Килуня. Чуть меньше. Давай, подожди. Подноси ее, нахуй. Я сейчас ее. Дайди. Подводи. Да ты знаешь, что говорит, судя по всему, по сраку сегодня я получу. Но если сойдет, еще куда кинуть ее. А, у него как раз. Не плачет так себе. Багреная не считается. В районе головы. Ничего не знаю, ни в рот не считаешь. Блять, она здесь бойкая, пиздец. Блять. И оборвал еще, блядь. Еще и оборвал. Оборвал что? Приманка. Так, так корабль, значит, завязал. Тёма, будем взвешивать самого большого окуня? Бля, так как ее руками надо было брать? Да, руками надо было. Руками? Конечно, за, вот, за шею. За загривок. Да о, окунь как лист пошел, смотри. Димон, красава. В нужную калитку играет. Блядь. Все уже. Она отпустила окуня. Так и окунь хороший. Так просто посмотри, что она с ним сделала. Не, я просто не оставляю. Был бы пацак, бля, я видел. Бля, дай мне что-нибудь такого ответа. На видео будет видно, Сём? На видео будет видно? То, что она с этим... Я только успел ее включить, камеру. А дай-ка мне сюда крючок, я попробую зарядить. Это большая очень. Большая? Как хули, блядь, для щуки небольшая. Для щуки нет. Она вроде как тут есть. Да. Сидит вроде хорошо. Сраку не получишь, если руками что-то не споймает. Друзья, вот и подошла к концу наша рыбалочка. Два дня провели на Припяти. В общем, с наскоку победить речку не удалось, но во всяком случае отвели душу по окуню. Хорошо провели время. Два судочка я все-таки поймал, были еще поклевки, но вы в принципе это все видели. Друзья, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. И до новых встреч. Пока.